Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy S21 FE в оливковом цвете против Samsung Galaxy S20 FE в розовом цвете. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость наличия данных устройств. Вот версии смартфонов S21 у нас на 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти, а тут версия на 8 ГБ оперативки и 256 ГБ встроенной памяти. Вот такая вот версия будет дороже на $40, то есть чем такая версия у Galaxy S20. То есть тут смартфон будет дешевле и с большей оперативной памятью, и с большей встроенной памятью. Также у него есть слот для microSD карточки, чего нет у Galaxy S21. По внешнему виду, по материалам корпуса они не отличаются. Тут очень похожий на ощупь такой матовый, очень качественный, приятный пластик и металлическая окантовка. Тройные камеры вспышки, но дизайн мне больше нравится у Galaxy S21. То есть он посвежее, поинтересней выглядит у S21. По габаритам также он чуточку меньше, но у него и меньше диагональ дисплея. У S20 6,5 дюйма, тут 6,4 дюйма. Нет джеков для наушников, то есть в принципе отличие будет заключаться вот только в слоте. Тут он с microSD карточкой, тут просто на 2 наносимки. Так, включим смартфоны, сделаем это одновременно, посмотрим, кто быстрее загрузит систему. Кнопки я зажал одновременно и теперь ждем загрузки. Они примерно вот одновременно включаются. Вот по экрану особой разницы, то есть там как бы он более технологичный на S21, но вот вживую как бы какой-то вот разницы я не вижу. То есть цвета выглядят, ну, идентично, то есть два очень похожих экрана. Так. Чуть может поярче на S21 в плане вот яркости, да, вот запас яркости побольше, такой он более кислотный, хоть тут тоже и тут AMOLED матрицы, Full HD плюс разрешение и тоже по 120 Гц дисплей. Так, вот дисплей, перейдем. Плавность движения высокая, 120 Гц. Так. Откроем синтетические тесты, Geekbench 5. По техническим характеристикам, более, да, современное железо установлено на Galaxy S21, это Snapdragon 888 против Snapdragon 865. Видеоускоритель Adreno 660, тут Adreno 650, то есть как бы на поколение лучше стоит железо, и такие вот мы цифры получаем в сравнении. То есть чуточку, даже видим по мультиядерному тесту, совсем не намного, на 150 пунктов обгоняет S21. Ну и конечно тут Android 12, тут Android 11. Antutu Benchmark. 763, тут 660 тысяч, грубо говоря, на 100 тысяч пунктов. Вот. Преимущество есть, но, ну, не такое прям какое-то большое, значительное. Вот. Откроем, например, сайт Samsung. Samsung.com. Вот, отлично работает, что там, вот сразу быстро все грузится. Перейдем по этой ссылке. Порядок. Откроем тяжелую игрушку PUBG, так, закрыть все. Открываем PUBG одновременно, смотрим, кто быстрее справится с загрузкой тяжелой игры. По идее должен как бы Galaxy S21, он снизу, вот, справится быстрее, но по факту сейчас посмотрим, какая будет разница. Забегая наперед, скажу, что и там игра работает на высшем уровне, то есть на самом высоком уровне, и видим чуточку быстрее даже на Galaxy S20 запускается. Нужно тут еще что-то пропустить или что? Что они хотят? Нет, все нормально. Так. Вот, показываю графику, настройки, графика, графика. То есть самый максимальный уровень, что там, что там. То есть разницы не будет, да, потом как работает сама игра, по скорости загрузки, в принципе, тоже, да. Даже чуть Galaxy S20 FE запустил. Ну, не знаю, может там как-то анимации дольше сработали, но тут немножко другая прошивка. Вот теперь матч, один и тот же матч, да, вроде как. Нет, разные матчи нашло. Ну, тогда это не совсем корректно.
разные матчи. Вот если бы один матч нашло, то можно было да, где-то там примерно прикинуть, как они по скорости загрузки игрового лобби. Так, хорошо. Давайте откроем Play Market. На Galaxy S21 он чуть быстрее загрузился. Так, и еще хотел показать момент, да, это то, как отличаются коробки, комплектация данных устройств. Вот, у Galaxy S21 FE маленькая коробка, тоненькая, такая модная, интересно выглядит, но непрактичная. Тут большая коробка, тут есть все, что надо. Тут есть и наушников нет, да, только кабель Type-C, причем с обычным USB, да, что намного лучше, и компьютер можно сразу подключить и использовать обычные блоки, да, у которых, ну, достаточно полно дома, да, таких вот блоков зарядки с обычным USB выходом. Он тут идет еще и в комплектации. Вот. И теперь посмотрим, покажу комплектацию Galaxy S21. Такая вот тоненькая модная коробочка. Вот тут только вот шнурок, и причем он вот такой, то есть Type-C на Type-C. То есть если у вас нет блока, то вы не сможете зарядить ваше устройство, да, если у вас нет блока с Type-C или нет подключения к компьютеру, да, через Type-C. А в основном у людей нет подключения через Type-C и нет такого блока. Вот. Так что покупая устройство, это учитывайте этот момент, что вам нужен или переходники с USB на такой Type-C и уже ставить этот кабель, или покупать другой кабель Type-C в обычный USB. В общем, мороки добавили с таким вот решением. То есть почему не сделать тут обычный USB выход, ну, не знаю. Ну, зато вот коробочка, да, тоненькая, симпатичная, модная. Вот так вот это выглядит. Хорошо. Так, теперь покажу вам прямые снимков на камеры этих устройств, в сравнении выведу снимки на экран, сможете оценить качество. Вот, по автономности. В принципе, особой разницы нет, то есть в режиме 120 Гц и то устройство не работает один день, то есть работает ниже среднего показателя автономности, вот, но в режиме 60 Гц работают нормально, то есть день вытягивают в режиме 60 Гц. Так. Если вот прям говорить в лоб-в-лоб сравнивать, то в принципе какой-то критичной разницы не будет. И там по 4500 мАч и плюс-минус одинаковое железо и одинаковый экран. Поэтому по автономности какого-то преимущества дать не могу. То есть из основных плюсов Galaxy S21 мы можем отметить, да, 12-й Android, более интересный дизайн, вот, и чуть лучше производительность. У Galaxy S20 тоже есть свои плюсы, это лучшая комплектация, это microSD карточка, вот, лучшая цена за больше оперативной и встроенной памяти, то есть он чуть выгоднее по оперативке, если покупать, и по встроенной памяти, в принципе, это его основные плюсы, ну и может кому-то, да, такой внешний вид будет нравиться больше. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео, пока!